Павлодарской области повторилась картина прошлого года. Жители региона вновь подверглись нашествию кровососущих насекомых. При этом, по данным специалистов, численность гнуса минимум в два раза превышает прежние показатели. Это несмотря на то, что на дезинсекцию впервые выделена рекордная сумма – почти 600 миллионов тенге. И заранее приступили к обработке пойменных лугов и парковых зон. Ученые говорят, что во всем виновата так называемая залетная мошка. Насекомых ветром принесло с тех территорий, где ранее не проводилась обработка, а высокая популяция связана с массовым размножением мошки в прошлом году. Специалисты прогнозируют, что ситуация разрешится в ближайшее время и просят не верить слухам из соцсетей.